1941 году зашли советские войска в Иран, как известно. Да. Оккупировали Северный Иран под предлогом того, что Шах, отец последнего Шаха, сотрудничал с Третьим Райхом. И вот в этой оккупации участвовали две ближайших союзных республики, Азербайджан и Армения. Да. Тогда Азербайджан возглавлял первый секретарь Багиров. Он направил туда примерно такой отряд 3000 специалистов. Mm-hmm. Инструктора ЦК, там различные там люди, которые связаны были с Союзом писателей, там и, конечно, ГБшники были, НКВДшники тогда. То есть 3000 специалистов. Но представьте себе такую парадоксальную ситуацию. На территории Ирана возникла атмосфера и ситуация жесточайшего, в том числе и вооруженного, скрыто вооруженного соперничества между НКВД Советского Азербайджана и НКВД Советской Армении. Почему? Потому что это конкурирующие структуры, в том числе и в рамках СССР. Mm-hmm. И армянское руководство писало кляузы в Кремль. Я думаю, то же самое дело и азербайджанское руководство. Багиров отбивался, потому что армянское руководство ставило перед собой задачу. Они вооружали курдов, которые вели вооруженные операции против советских частей. И советских... Армяне вооружали курдов? Да. Армянское НКВД вооружало курдские племена, которые действовали против советских частей. То есть советские армяне вооружали курдов, действующих против советских частей, которые были связаны с Азербайджаном. Идар, а сколько в Москве армян и азербайджанцев? Ну, я думаю, что азербайджанцев, наверное, около миллиона. А армян? Меньше. Полагаю, что меньше. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.